«Остановись мгновение, ты прекрасно», — сказал Фауст, герой произведения Гёте. Пожалуй, именно эта фраза могла бы стать настоящим лозунгом для уличных фотографов. Они не ищут конкретных сюжетов, не делают постановок, они лишь ждут нужного мгновения. В Музее симбирской фотографии открылась выставка совсем молодого клуба любителей светописи «Смена». Существует это объединение с начала 2016-го. Здесь встречаются фотографы, работающие в классических жанрах – репортаж, портрет, пейзаж. Но на свою первую выставку под названием «Точка зрения» они представили работы, сделанные в жанре стрит-фото. Это свободный такой жанр, не конкретный, не как бы подразумевающий каких-то регламентов, а напротив, он отсылает зрителей к ощущениям, к восприятиям, к каким-то моментам, которые возникают неожиданно на улицах городов, к взаимоотношению человека и городской среды. Свет, фактура, сотые доли секунды на создание снимка. И вот зритель видит целую историю. Иногда это история любви, иногда расставания. Вопрос лишь в точке зрения. Игра теней, свет, очень контрастно они смотрелись, и они в кадре расходятся, как бы здесь. И почему эти две фотографии совместили так совершенно неожиданным образом? Мы сидели, когда с фотоклубом по рамкам это все расставляли, так получилось, что вроде здесь нежность, любовь, а здесь вон расставание такое. То есть получился такой общий сюжет, немножко грустный, но тем не менее на одну тему. Прийти и прочитать все 40 фотоисторий можно будет вплоть до 10 ноября. Напомню, экспозиция расположилась в Музее симбирской фотографии.